Так, ну все, готово. Сколько? 1000 рублей. Ага. Значит, вам нужны деньги? Да, мне нужны деньги. Вы хотите об этом поговорить? Нет. Вы мне просто заплатите за работу, а я спокойно уйду домой. Угу. Вы не желаете со мной говорить. И хотите поскорее уйти. Я вас понимаю. Вероятно, вы даже хотите, чтобы я сам ушел. Слушайте, вы можете мне просто заплатить? Я вижу, что вам очень нужна помощь. Да не нужна мне ваша помощь. Вы что? Я электрик. Я вам демонтаж проводки произвел? Произвел. Заплати мне деньги, и я пойду. Супер. Ой, да, действительно ведь. 1000 извинений. Простите меня, пожалуйста. Я, видимо, сегодня уже точно переработал. Сейчас. Держите. Желаю вам успеха в труде и большого счастья в личной жизни. До свидания.